Всем привет, ребят! Сегодня мы посмотрим Baby Metal вместе с Electric Cowboy с песней Ра-та-та. Мне даже очень интересно, что они там такого напридумывали, потому что это вообще, мне кажется, две несочетаемые группы. Но интересно, немецкий металл и японский металл. Давайте смотреть. As time goes by, I wonder why. No one near, it makes me sad. I could be out, tell me, please, tell me, please. I miss the night I'm dancing with this. Like the last connection, you know how to find. Each time I think about my life, I keep wondering why he loved me so much. Hallelujah. To Aria. Это очень круто. Это больше в стиле электрокоубой, чем Baby Metal, но это очень классное, безумно прикольное сочетание. Мне понравилось, потому что это... это безумно классный японский металл плюс немецкий металл с этим элементами такого какого-то веселья, дурачества.
приколюхи всякой. Это очень круто. А мне понравились вот эти их шлемы. И необычно так, как эти диско-шары. Очень круто звучит. Что партия девочек, что партия электроковбой. Ну, мне, конечно, по большей части понравилась электроковбой, как они звучат. Ну, потому что песня больше их. Вот. Также очень круто сочетание вот этих танцев, вот этих песен, а мелодия прям тоже, опять же, вот это такая, вот так вот, это очень круто. И классное сочетание, конечно, удивительно, я вообще не ожидала, что так будет, и мне казалось, что это вообще две разные параллели, но, как видите, это можно сделать. Очень хотелось побольше японского девочек, чем на английском, вообще могли бы сделать сочетание немецкого с японским чисто, ну... И такая песня очень потрясающая, поэтому я ставлю здесь 10 из 10. Очень классно, поднимающее настроение, все супер потрясающе. Поэтому пишите ваши комментарии, как вам такое сочетание. Вообще, вы ожидали, что такое сочетание может быть? И мне очень будет интересно все почитать. Поэтому подписывайтесь на все социальные сети, ставьте лайки, комментируйте. И все, всем пока. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, на канал. Все, всем пока-пока.